мастерская – это когда ты можешь это пространство наполнить собой. Мне просто везет. Мне по жизни просто везет. Я всегда, вот я просто знаю, знаешь, я вот так захожу, так беру 58-й билет. Это вот стабильно. Мы все уходим, а после нас остается какой-то след. Да? След может быть разный. Но тем не менее, всегда что-то есть. Идеальная мастерская – это какая-то точка, где ничего нет. Да, то есть тогда ты будешь себя реализовать полностью.